Дорогие друзья, мы сейчас находимся в Новгородской области. Я еду сегодня обратно в Москву на платформе «Дабы Вау». На самом деле не на поезде, а на машине, потому что «Ласточка» прибудет только через 4 часа. Вот так выглядит сама станция. Вот станция «Дабы Вау» даже написана. Вот тут станция «Дабы Вау» написана, а тут просто «Дабы Вау». Вот сама платформа. Бегом с... Сейчас обзор сниму. Вот перрон. Сейчас мы еще на одну же достанцию заим. Октябрьская железная дорога. Там на Бологое, там на Старую Руссу и Псков. И там вот еще деревня. И вот еще что-то из этого. Ну все, ребята. Станция «Дабы Вау», 19 августа 2024 года. Всем пока-пока.